Этот стебельный винт не снимает. Камера. Ладно, пофиг. И сегодня мы проверим установку. Точнее, я сегодня покажу вам программу, которая мне заработает. Надо вам. В следующий раз я под Windows Expression Spark 3. Это Service Pack 2 Professional. 2002. Это не знаю, какого года, как бы. Да, Windberg программы говорит, что это 2001. А если это свойство поступить, то 2002. То есть свойство компьютера, я имею в виду. Мой компьютер. Загружаться AVC в редактор. У меня уже памяти не хватило для этого видео. Поэтому я постараюсь прям. Кстати, телефон такой дебильный, он еще может прерывать запись, поэтому лайки. И давайте поставим стоп. Блин. Ребят, загрузился, все, это она работает. Версия 9 в 2018 году. По-моему, неплохо. Чего тебе дашь? Видео тут тормозят, вообще жесть. Тормозят. Это на Service Pack 3 не тормозят. Ну вот столько эффектов, кстати. Если на своем компьютере это установить, то ты увидишь. То есть не на Windows XP, а на Windows 10, например. Это говно. Тут видео не показывает. Вот показал. Сейчас грузится. Программка. Я снимал на папе на компьютере, если нет, на смерти один. Но это тут нет. Нет такого. Эти видео не вышли на YouTube. На моем старом канале. Видите, как он тормозит? Вообще жесть. Тормозит. Просто жесть. Будет еще выживание под Windows 7, но не будет выживания под Windows Vista 7.8. Как бы... попробую, точнее, установить Windows 7.8. Vista я смогу установить. Как бы я уже все сломал. Vista постоянно выдает ошибку, как и Windows 7.1. Выживание. Так вот как-то тормозит видео. Я уже 2 минут, не знаю, как быстро будет время. Тут я. Вот. Это синий, значит, синий экран смерти под Windows 10. Да. Я другого снимал от другого канала. Как видите, я в телевизоре. Только с... Ну, на BQ, конечно, хорошая камера, но... Ну, видео, как сказать, это не на джой, я телефон снимал, а я сейчас не на джой снимаю, а на BQ. Все дело то, что джой я разбил. Завис сайт. Пытаюсь работать нормально, но не будет работать нормально. Только я вот тут могу. Кстати, потом я буду снимать. На каком? Если тебе забыли еще установить Sally Face, которое я в прошлом видео установил под Windows XP Professional Redactor. И остальных видов, кстати, я тоже забыл, но ничего. Здесь, наверное, флешку попробую перекинуть. Все. Все, прекрати тупить уже. Все, ребят. Даже вот и вещи немного тупит. Но, в принципе, работает. Так. Блин, иди нафиг, залка. Не задачу. Да сними задачу, пожалуйста. Сними задачу. Снять. Разрушить сейчас. Сейчас.
Развешайся, блин. Винта уже тупит, ребят, жестко. Я остановлюсь, да, я все разбегусь. Нет, мне пришлось загружать винду. И у меня была только что ошибка, что не хватает виртуальной памяти. Я покажу, что антивирус. И вот этот антивирус. Так, она. Вот я не могу видеть. Вот он, этот антивирус. Работает. Все. VMware Workstation. Вы видели, это синий экран смерти был. Если замедлить видео, то вы видите, что там какой-то синий экран смерти был. Жесть. Выживание не вышло. Выживание, ребят. Синий экран смерти. Если бы я был, включил бы показ перезагрузки, значит, вы увидели бы нормально. Ну, это просто жесть. Я видел синий экран смерти, но не увидел код ошибки. Если, ну, в принципе, это не важный код ошибки, потому что нафига его знать, если винда нормально работает после этого. Ну, мне интересно, зачем... Это я запустил в VMware, уже появился синий экран смерти. Так, снова давайте в VMware запустим. Так, блин, иди нафиг. VMware! Ну, VMware, кстати, после синекрана смерти он работает нормально. Да? Да, и как я говорил, VMware работает после синекрана смерти. Так. Еще я установил вот эту камеру. Я хочу еще сюда прицепить медикан, кстати, старая версия работает под XP. Ну, я не смог установить ни одну. Ну, как бы у меня современные, но у меня... Ну, я старый попробовал установить однажды, и не остановился. Старый под Windows XP, кстати. Кстати, у кого-то, кстати, можно установить Windows XP, на Windows XP монтаж с UniVegas Pro. Это правда. Некоторые устанавливали. Ну... Где завис просто. Блин. В эфир. Тупо тупит. Сейчас я просто остановлю, как бы мне. Памяти не хватит. Ребят, не придется перезагрузить. Видите, вот так вот у меня такой вот самый сталбокс выходит. Ну как-то вот так. Windows XP. Windows XP. XP. Windows XP. 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 Так. Welcome. Ну давай, welcome. Стою с луки, пытаюсь сделать как настоящий звук XP. Ну, к сожалению, это все, ребят. Видео ужасно тормозит, я не буду показывать, как бы не хватает памяти. Но если вам понравилось видео, ставьте лайк. Наш вам бы Windows сделал. Всем пока и до завтра. И я выключаю компьютер.